Стой! Подожди! Остановись ты! Это все правда. Мир женщин. Так не бывает. Сейчас мы найдем какого-нибудь мужика. Мужики! Мужики, не найдете ни одного. Вообще, по всему городу, в магазине, в цоне, везде, везде, везде одни женщины. И даже полиция, одни менты, ментухи тоже. В общем, вообще. А чему вы удивляетесь? Вы же сами хотели попасть в мир без мужчин. У вас есть ровно сутки. Здесь нет ни Нужана Кенесовича, ни мужа Зарины и никаких надоедливых мужиков-гаишников. Только вы и 7 миллиардов женщин. Да ладно! С ума сойти! Серьезно! У нас целые сутки в мире женщин. Невозможно. Вы кто вообще? Да какая разница? Называйте меня просто София. Согласен, София. Какая разница? Турс, зануду выключи. Вы попали в рай. Мужики! Это же круто! София, а тут все так же, только нет других мужчин. Да, и вы втроем занесены в Красную книгу. Красную книгу! Тима в Красной книге! Девчонки, привет! Я в Красной книге! Пацаны, это же кайф! Мужики, это кайф! Смотри! Смотри! Ты че? Это же никто не поверит! Надо сфоткать! Я тоже хочу! Иди здесь! Так, что за глюки? Вы не сможете унести ни одного доказательства об этом мире. Ни фото, ни видео. Все, что будет здесь, останется только здесь. Такие правила. Да ладно. Будем запоминать. Получается, моя ласточка тоже в этом мире? А как? А ее же эвакуировали. Здесь ее эвакуировать запрещено. Но ты же единственный мужчина-таксист. А ласточка – культурное достояние женского мира и охраняется ЮНЕСКО. Это самый справедливый мир в мире! Стойте, что я скажу Алине? Что я целые сутки провел в мире женщин, она меня убьет. Это я не из страха, я просто некрасиво. Заберите меня обратно, пожалуйста. И это я сам так хочу. Не беспокойтесь. Здесь для вас пройдут сутки, а там в обычном мире одна секунда. Вы вернетесь в то же время, в которое уехали. Не придется оправдываться. А машина-то настоящая! Это самые короткие сутки в нашей жизни.